Илюха где-то упоминал, что слушал группу «Ария». Да, я фанат группы «Ария». Как ты затесался как и любого к этим пацанам? Как металлического. Ну, типа, просто в Астрахани я люблю музло. Я из Астрахани люблю музло с детства. Тяжелое, ну, в основном гитарное. И рэп люблю, правда, честно, русский. Но не православный. Я не знаю, как я затесался. Мне позвонили, сказали, хочешь поиграть? Будешь «Арию» слушать, буду. Или про «Арию» надо рассказать. Мой любимый альбом 91-го года «Кровь за кровь». Короче, про «Арию», ладно, скажу. Я всегда думал, что это, ну, хуевое музло. Потом оказалось, что у них есть первые альбомы, где в натуре тогда. Хавендалические, да. И в натуре, оказывается, группа вообще во. Короче, «Ария» — это нормальная группа иногда. Иногда. Ну, типа, старая, когда они играли хэви-метал.